Воспитывать лучшие чувства нужно прекрасным, например, стихами. Именно строки французских авторов вдохновили руководство научной библиотеки на проведение музыкально-поэтического вечера. Воспитанники интердома имени Стасовой, школьники разных возрастов, декламировали стихи Мариса Карема и Жака Привера на языке авторов. Произведения бельгийского и французского стихотворцев должен знать каждый образованный человек, считают организаторы. Стихи должны воспитывать в человеке самое лучшее, развивать его как личность. И наш вечер посвящен тому, что человек взрослее, желательно, чтобы он оставался в душе ребенком. И вся чистота чувств детства, чтобы сохранялась в ребенке при его взрослении.